Патча 9.15.2, дамы и господа, зашел к нам на сервера. Но всякие ошибки были поправлены, длительность руны теперь продлевается на время тех работ, всякие скины будут заменены на аналогичные для всех героев без исключения. То есть теперь вам за скины теперь не будет голда приходить, когда вы меняете фракцию. Вот. Какие тут баги с... Ну, это фигня, ладно. Секрет бессмертия. Да, наконец-то пофиксили, что хилка теперь лечит через секрет бессмертия. Дух скитальца. Ну, это вот новые сапоги. У меня их не было, поэтому я даже не знал о таком баге. Поправили баг. Ну и что сделали? Значит, теньку резанули. А самое интересное, что с ней сделали, это увеличили в 2 раза время, после которого она уходит в инвиз. То есть было 7 секунд, насколько я помню, теперь 14 после последней ее атаки. Вот. И убрали автоматическое срабатывание покрова, когда у нее мало здоровья остается. То есть теперь она сама должна это делать. То есть убить ее теперь намного легче, в разы легче, я вам скажу. Вот. Убрали там талант такой был, который, да, а покрова, который дает вам, в общем, 30%, когда вы в тени. В общем, теперь это проще показать. В общем, теперь свойство это перешло вот в этот талант, в покров, в ее пассивку. 30% получает она прайма, когда рядом кто-то умирает. Какой-то небольшой фиксик, это даже нет смысла даже говорить об этом. Поменяли местами таланты. Раньше незримая помощь и не зная границ были на второй и третьей ступени, теперь на первой и второй. А защита тени, преимущество внезапности раньше было на первой и второй, стало на второй и третьей. Ну, поменяли местами два таланта. Это пофиг. И что? Ульта, да, изменили немного ульту. Где это? Талант, талант, талант. Вот, танец вееров. Количество бросаемых вееров с 6 сократилось до 4. Добавлено улучшение. Тьма вееров, добавляющая еще 3 веера. Таким образом, количество вееров стало на 1 больше. Ну, действительно, вот здесь написано 4 веера пускает. Здесь кидает на 3 веера больше. Но в любом случае ограничение на 3 веера в одну цель осталось, поэтому если вы кидаете в двух человек, то пофиг, это один веер. Ну а если в трех кому-то не повезет, кому-то один лишний веер достанется. Вот такие вот порезки. Ну, самое важное в этом то, что вот этот старт. Убрали автоматическое срабатывание покрова и сделали теперь 14 секунд время исчезновения. Это очень сильно на старте, так сказать, даст тени просраться. Не так просто даже будет с лесником погангаться. По сути, теперь как только появляется тень рядом с лесником, туда можно прийти телепортами, потому что после ее автоатаки, плюс каста телепорта, 10 секунд она все равно еще будет видима. При этом она никак не сможет скрыться, если она первого там уровня, да? Ее можно очень элементарно просто убить, даже если на вашего лесника там начинает гнобить. Ну, в общем, интересные изменения, надо смотреть. Ну и жнец у нас, душелов, получил... Ребаланс получил. Значит, базовая скорость возросла до 52 с 50. Плетку немного перекрутили. Чуть дольше действовать стал. То есть, вот. И возрос немножко урон лечения. Немножко увеличилась дистанция, на которую действует. Больше здоровья лечит теперь. Намного. На 80% больше бонус к восстановлению здоровья. Улучшение переливания жизни. То есть он стал намного лучше лечить этим талантом. Но время восстановления таланта с 3 до 5 секунд. Ну, то есть,
Невал делает чуть проще героя, делают весь скилл сильнее, сам скилл сильнее делают, но при этом дают ему больше откат. То есть его нужно будет просто теперь реже использовать, но в нужные моменты. Как бы я не вижу особо сильного вот изменения в балансе вот от этого абзаца. Честно. То есть чуть-чуть апнули, но при этом не фанули количество плетей. Талант жатва. Ну, здесь понятно. На 20% возрос урон, наносим на талант, и время восстановления таланта увеличено с 5 до 6 секунд. Вообще, в общем и целом, урон с таланта как бы не поменялся, как бы, грубо говоря. То есть раньше это был 5 секунд 100%, стало 6 секунд 120%. Да, урона на единицу времени урон столько же, да, осталось. Но тут больше прикол, да, вот с ультой возникает. Ну, в общем, в ульте... вот здесь это написано, да. Что во время призрака, когда он призрак, то уменьшается до 1 секунды КД. То есть вот это, конечно, да. Это, то есть, чуть-чуть увеличивается повреждение. То есть раньше мы 100% повреждений наносили раз в секунду. Теперь в ульте, когда он находится, он наносит 120% повреждений этим веслом. То есть вот в этом моменте ап есть, конечно. Щит призраков. Теперь талант зависит от наибольшего силы или разума. Вот это на самом деле, вот это сильный ап, это тем более ап силового. Довольно-таки сильный ап силового, потому что у него всегда было хреново с выживаемостью, да? То есть он от этого таланта нифига не лечился, от этого таланта он нифига не получал щиты. Теперь получается, что ну, с этим талантом все так же осталось, но теперь щит он на себя может кинуть довольно-таки толстый. И вот, как говорится, прикольно. Я думаю, Тиневель обрадуется. И что у нас еще осталось? Скорость призраков героя тут такая же, как и везде. Ко мне гости пришли. Так. Ну и тут еще написано, что у призраков героя возрастает не только сила и разум, как было ранее, но еще и стойкость и воля. То есть призраков будет сложнее убить.